такое разное настроение. Может, сыграем в машинки? Надоело. Ну, может быть, тогда солдатиков? Не, надоело. Ну, может быть, порисуем? Неохота. Ну да, и я не хочу. Пом-пом-пом. Привет, Ко, привет, Пин-Пин. Чем занимаетесь? Пап, а как называется, когда ничего не хочется? А, это называется скучно. Да, пап, скукотища. Ясно. Смотрите, что у меня есть. Ух ты, какой красивый. Ух ты! И квадратный! Воздушный змей! Сюрприз для взрослых и детей! Обожаю воздушных змеев! Как весело! Как весело! Ну что, на улицу? Ага, как здорово! Пап, а как называется, когда здорово и весело? Здорово! Это радость, Пин-Пин! Не люблю, когда скучно. Люблю, когда радость. Обожаю радость. Побежали. Побежали радоваться на улицу. Побежали на улицу. Побежали, побежали. Бежим. Ух ты. Смотри, как высоко. Как здорово. Здорово, Ко. Я всю жизнь буду радостным. Я. Да, я тоже буду. Ух ты. Бежим. Как высоко! Чтоб я устал радоваться. Нужно отдохнуть. Ой. Ой, Ко! А где наш змей? О, вон он! Улетает! Улетает! Стой! Вот сейчас стало совсем не радостно. Ну как настроение, как змей? Папа, он улетел. В космос, наверное. И от этого нам очень не радостно. Понятно, значит, вы грустите. Да, нам грустно, пап. Не переживай, грустить нормально. Но только иногда и недолго. А знаете, что у меня есть? К счастью, ваш змей не успел улететь далеко. Ух ты! Ура, змей! Наш змей! О, я так рад! Я! Держите! Как я рада! Спасибо, папочка! Ты самый лучший на свете! Ты даришь нам радость! А вы и есть моя радость! Давайте запускать! Догоняйте! Летит! За мной! Желтый змей! Папочка, ты самый лучший на свете! Ты нам всегда даришь столько радости! Ох, ребятишки!